Восьма неділя після свята Пасхи і перша після зіслання Святого Духа називається «Неділею всіх святих». Вона завершує коло рухомих свят церковного року. Цього дня церква віддає особливу шану всім святим. Ми пройшли з вами великий пост всі вместе, встретили праздник Святого Христового Воскресіння. Через 50 днів після праздника Святого Христового Воскресіння вся наша церква православна празднует День Святой Троицы. Второй день – это схождение, мы празднуем День схождения Святого Духа, то есть этот день особенно посвящен Духу Святому. Этот день еще по-другому называется День рождения нашей Церкви. Вне Церкви, мы знаем, нет спасения. Раз это День рождения нашей Церкви, то после того, как она была насаждена Господом нашим Иисусом Христом здесь на земле, и Духом Святым появились у нас святые нашей Церкви. Что можно сказать? А разве до снисхождения Духа Святаго, до праздника Пятидесятницы не было святых? Да, люди были праведной жизни, люди были святой жизни, но они были в ожидании пришествия Мессии и в ожидании нашей Церкви. После того, как Дух Святый сошел на апостолов, дал им благодать, разговаривают на разных языках, и апостолы пошли в разные страны нашей земли, в разные ее концы, зарождались общины, зарождались монастыри, и церковь наша Духом Святым давала нам святых, которые прославляли своей праведной жизнью, своими духовными подвигами. Но без Духа Святаго этого ничего не могло бы быть. Почитання святих почалося ще з часів перших християн. Приклад мучеників у перших віках дав поштовх до їх почитання. Смерть за Христову віру свідчила про віддану любов до Ісуса Христа та Його церкви. Этот праздник был установлен в честь тех святых, в 4-5 веке это празднование началось, имена которых мы с вами не знаем, но имена их знает Господь, и они прославились своими духовными подвигами наравне с теми, имена и память которых чтит наша церковь каждый день, начиная от первых веков христианства, кто прославился в Господе мученической смертью, кто своими духовными подвигами, кто своими писаниями. Даже апостолы, хоть они были все одинаково ученики Христовы, но некоторые приняли мученическую смерть, распятие, некоторые закончили свою жизнь мирной жизнью, без мучений, но все они пред Господом, все своей святостью, они равны и так с тех древних времен и до нашего времени. Про святість багато сказано і написано – життя святих і духовні твори. Поняття святості досить широке, бо воно складається з різних елементів – віра і молитва, досконала любов, заповіді, чесноти. У різні часи святість розуміли по-різному. Святість – це внутрішнє преображення чоловіка. Тобто святим нужно быть, и можно не только, если ты написан где-то в месяцеслове, упоминаешься в календаре. Каждый человек, если он совершает свои духовные подвиги, а благодать Духа Святаго у каждого из нас, то каждый может быть святым. Собрание святых, когда мы с вами собираемся в церкви, на службе, особенно на божественной литургии, то все мы и приобщаемся святых Христовых тайн и получаем благодать этого Духа Святаго в таинстве причастия. И на некоторое время берем на себя, в себя Христа. А уже потом, конечно, когда начинаем жить своей снова повседневной будничной жизнью, то берем на себя снова грехи, каждый человек подвержен греху, и поэтому святость на некоторое время от нас отходит. А так каждый человек имеет возможность и право быть святым, или иначе, для чего бы нам нужно было жить в церкви и стремиться к спасению. Спасение человека – вот главная задача церкви – привести каждого христианина ко спасению его души в жизни вечной.
Святі, хто вони такі? Багато людей сьогодні думає, що святим можна стати лише в монастирі, мовляв, люди там повністю віддані Божим справам. Їх не турбує суєта цього світу. І тому лише вони можуть осягнути це. Однак святими можуть бути не тільки духовні особи. Святим є той, хто вірний своєму покликанню. Той, хто сумлінно виконує свої щоденні обов'язки щодо Бога та ближнього. Святим ніхто не рождається, святим становиться благодаря своїм духовним подвигам, своєму духовному діленню. Так, звісно, є предпосилки для цього. Ми знаємо це із нашої святоотеческої історії на примірі і преподобного отця нашого Сергія Радонежського, Матрони Московської. Но є і інші приклади, коли обычные люди, обыкновенные, да, и грешники, которые и много грешили, даже совершали преступления, но впоследствии становились святыми. Именно, как мы с вами уже вспоминали, из-за своего духовного преображения. И из-за того, что они опомнились и начали служить Богу, начали Богу верить, стараться жить по Его заповедям. И святые есть и мученики, и исповедники, и просто те, которые прожили мирную жизнь, начиная от первых веков христианства, от святых апостолов, учеников святых апостолов, и до наших дней великое множество, великий сон святых. Есть те святые, которых обретены нетленные мощи, есть те святые, от икон которых истекает священная мира. Но есть и такие святые, которые мы знаем, которые мы прославляем, которые ходатайствуют за нас, но нету их святых мощей. Вот, а есть только воспоминания и память церкви о их благодатной, их святой жизни. И все они, эти святые, своей святостью пред Богом равны. Нет таких святых, которые более бы святы или менее ли святы. Каждый человек имеет возможность и право спастись. И святость каждого человека, если он попадет в Царствие Небесное, мы к этому стремимся, она будет совершенно одинакова. Кожен из нас має від хрещення святе ім'я, а разом із ним святого, якого ми називаємо своїм небесним заступником. День пам'яті цього святого є іменинами або ж Днем Ангела і завжди відзначається кожною віруючою людиною. Ця неділя – унікальний день, адже День Ангела святкує кожен із нас. Кожному чоловіку при хрещенні представляється від Бога ангел-хранитель. Ангел-хранитель, який завжди знаходиться возле нас. І кожному чоловіку при хрещенні дається ім'я в честь святого угодника Божого. То есть тут понятие немножко нужно различать. Ангел-хранитель, даже если мы в храме приобретаем иконочку, это ангел, который стоит в небесном воинстве. А наш святый покровитель – это тот человек, который жил здесь на земле, трудился, молился, спасался и вошел в Царствие Небесное. Церковь его причислила к лику святых. Этот человек называется нашим святым покровителем. То есть у каждого человека есть и ангел-хранитель, и святой угодник Божий покровитель, которые ходатайствуют пред Богом за каждого из нас, помогают нам, направляют нас на истинный путь, если мы сами порой их не отталкиваем своей порой подчас греховной жизнью. Неділя всіх святих – останній день, що передує початку першого літнього посту – Петрівки. Зветься цей піст так, тому що днем його завершення є 12 липня – свято первоверховних апостолів Петра і Павла. А розпочинається він за тиждень після Дня пам'яті сходження Духа Святого на апостолів. Тому має назву ще й апостольського посту. Цей пост, він не настільки строгий, як великий. Но, дорогие братья и сестры, не надо в пост только думать, что есть воздержание от какой-то пищи, особенно как порой понимают, что не вкушать мясо. А может, кто-то любит мясо, а кто-то любит конфеты, а кто-то чрезмерно любит овощи и фрукты. То есть пост – это есть не то, что что-то есть или не есть. Да, нужно, это есть воздержание. У поста, у спасения два крыла – это пост и молитва. Если, например, только что-то воздерживаться, не что-то не кушать, ну, то это можно быть вегетарианцем. А нужно и к
посту к воздержанию от своих греховных привычек, от своих наклонностей, от каких-то своих, может, даже и хороших пристрастий, увлечений, немножко себя ограничить, а время уделить молитве. Если не можешь еще достаточно или не умеешь молиться, обрати внимание на своих близких, на своих подчиненных. Где-то кого-то, может быть, меньше накажи, удели время своим детям, своей семье, не скажи как грубого слова, исправляй свою жизнь в лучшую сторону. Вот это называется истинным постом, который угоден Богу. Ми зобов'язані не тільки почитати святих і до них звертатися, але й їхнє життя і святість наслідувати. До святості покликані всі християни силою святого таїнства хрещення. Вшановуючи цієї неділі всіх святих, що од віку просіяли, навіть тих, чиї імена нам невідомі, церква показує, яким чином ми можемо досягти Царства Небесного. Дорогі брати, братья и сестры, находясь в храме, мы видим, какое множество святых икон нас окружают. Угодники Божии древних времен, наши современники, буквально даже наши близкие соотечественники. Все они были людьми разными, так как мы с вами все разные, своими разным характером, своими разными наклонностями, своими разными способностями, но своей жизнью, праведной, своим стремлением извинить свою жизнь, достичь совершенства, они обрели вечный покой у Господа. И нам тоже, у каждого свой путь, у каждого свои труды. Кто живет, подвязается в монастыре, кто служит в храме, кто трудится на производстве, кто на работе. У каждого свои заботы. Но все равно мы должны с вами обращать немножко внимания на нашу духовную жизнь, особенно когда пост наступает, исправляться, становиться лучше, и тогда, взирая на образы наших святых угодников Божьих, на наших покровителей, и мы с вами будем преображаться, будем с вами становиться лучше, а Господь всем Он хочет помощи, Господь никого не хочет оставить без своей благодатной, без своего благодатного заступничества. Дух Святый, Он всех осеняет, Духом Святым всяка душа живится, живая. Это еще раз подтверждение этих слов, что Бог возле каждого, но мы сами должны и немножечко проявлять свои труды, свои силы, свои возможности и стремиться к духовному совершенствованию, преображению своей жизни и, конечно, не оставлять свое и здесь земное, мирское попечение, стараться совершенствоваться во всем, быть добрым, хорошим, человеком. Слова апостола Павла стосуються християн і в наш час. Усі ми – діти Божі, а значить святі. Тож будьмо ними, свідчимо про нашу святість своїм внутрішнім життям з Богом, любов'ю до Господа та ближнього. І Святий Дух поведе нас дорогою до вершини призначеної нам святості і до життя у Царстві Божому вже тут, на землі. Православний календар з 13 по 20 червня. За церковним календарем у суботу 13 червня церква відзначає свято апостола від 70 Єрма. Шановують пам'ять мученика Єрмія, віддання свята П'ятидесятниці. 14 червня – неділя перша після П'ятидесятниці, неділя всіх святих, заговини на Петрів піст. Церква прославляє преподобного Агапіта Печерського, лікаря в ближніх печерах. У понеділок 15 червня починається седмиця друга після П'ятидесятниці. Вшановують діяння святителя Никифора, сповідника патріарха Константинопольського, день Києво-Братської ікони Божої Матері. У вівторок 16 червня вшановують пам'ять мучеників Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія та інших. Перенесення мощей благовірного царевича Димитрія з Углича до Москви. 17 червня вшановують діяння святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. 18 червня Свята Православна Церква прославляє священомученика Дорофея, єпископа Тірського. Перенесення мощей благовірного великого князя Ігоря Київського та Чернігівського, чудотворця, день Ігорівської ікони Божої Матері. 19 червня у п'ятницю церква вшанує преподобного Вісаріона, єгипетського чудотворця, та преподобного Іларіона Нового. У суботу, 20 червня, церква згадує діяння мученика Феодота Анкірського.